Подари Маргарите одну из своих любимых вещей. Что? Ты брала когда-нибудь деньги без разрешения? Вот. Тебя люблю. Все. Ребята, всем привет! Вы снова на нашем канале. Я Маргарита. Я Ксюша. И сегодня мы снимаем видео вместе с каналом Мария Магад и Анютка Малютка. Ура! Мы будем играть в игру «Правда или действие». Девчонки нам будут задавать вопросы. Или мы будем выполнять какие-то задания. Не забывайте переходить на канал Марио Майнгад и смотрите, какие мы им задавали задания и вопросы. Все, сейчас Аня будет выполнять свое действие. Вот наш сок томатный. Сок. Полную. Давай прям лицо вот так. Давай, Аня. Давай. Я буду красный. Давай. А пока подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А мы будем начинать. А сейчас мы ждем, пока девчонки нам позвонят. Интересно, что они для нас там придумали. Ну что, девочки, мы уже готовы. Я буду начинать первая. Что ты говоришь? Правда или нет? Я беру правду. Вы когда-либо нравились, не нравились подарки, которые тебе дарили на день рождения? Если да, то какие? Нет, мне всегда все подарки нравятся, которые мне дарят. Мне дарили разные подарки. Да, я даже себе подарки, которые мне дарят. Мне не важно, либо они дорогие. Ну, кто не любит подарки? Ну, там человек. Я хочу действия. Разворачиваем и так. Отожмись от пола 5 раз с полным ртом водой. Я пойду за водой. Я набираю водичку. Все, я готова. Она сейчас уже выжимает. Давай, еще два. Еще последний. Молодец. Так, ну что, Ксения справилась с заданием. Так. Сейчас, Маргарита, выбирай, правда или действие? Я выбираю действие. Хорошо. Так. Напиши другу, что ты его любишь. О, у Маргариты много друзей. Ну, давай его. Типа я шучу или что-то такое. Да, после видео. После видео я ему напишу, что это просто видео. Да. Это будет очень смешно. Сейчас мне нужно выбрать, кому я напишу. Давай. 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 Это мой друг. Хорошо, давай. Пиши, мне тоже интересно. Я тебя люблю. Вот. Да. Тебя люблю. Все. Все. Правила. Люблю. Ой, иди, что ты съел. Так, следующая Ксюша. Кстати, Ксюша, давай, правда или действие? Правда. Ты брала когда-нибудь деньги без разрешения? Да, я уже брала много раз. Ну, монетки только, чтобы купить чупа-чупс или жвачку. Ну, я, наверное, тоже так делала. Я думаю, так все делали. Мы когда-то ходили гулять без разрешения. Сейчас у нас какие-то, правда или действие? Давай я действие. Ты должна сесть в ванну с водой в одежде и представить, что ты на море. Блин. Блин. Прям сейчас? Ну да. Ну пойдемте тогда.
Блин, ну сначала нужно ванну набрать. Не совсем, но немножечко. Так, сейчас будет выглядеть, это не знаю. Давайте. Блин! Так, слушай, правда ли действие? Правда. Было ли такое, когда ты видела, что у тебя грязный носок, но ты все равно его надевала и ходила так весь день? Да, я тоже, у меня сейчас грязный носок. Потому что Боинга всегда грязет. Я тоже в школу пошла с грязным носком. Такая большая дырка была. Не стыдно было? Нет. Так, я выбираю правду. Прикладывала ли ты свою вину на других? Если да, то на кого? Да, я всегда перекидываю вину. На Ксюшу, я могу на Ксюшу, на Макса, или либо на Каролину. Она тоже постоянно. Ну потом мне нужно признаться. Да. Ксюша и правда или действие? Действие. Подарила Маргарите одну из своих любимых вещей. Ура! Ходи, наконец-то. Ну мне есть много. О, да. Мягкая игрушка. Она мне сейчас подарит вот эту мягкую игрушку. Вот эту. Синюю вот эту. Или вот эту, ты можешь выбрать какую. Давай я и хочу синюю. Блин, ну что делаете? Какая красивая пупучка. Это монстр. На, я тебе дарю. Ух ты, ну спасибо. Мне повезло. Я выбираю действие. Еще одно. Какое-то задание. Покажи свое самое позорное фото в телефоне. У меня их там много. Все, нашла. Покажи. Так, сейчас надо Ксюше выбирать правду действия. Правда. Так, твоя самая вредная привычка. Моя. Мне самой надо подумать. Я люблю сдирать болячки. Я это обожаю. У Маргариты остался только вопрос, поэтому задай вопрос. Ну ладно, давайте вопрос. Ты когда-нибудь делала пакости, Ксюша? Если да, то какие? Да, я почти всегда ей пакостила. Но это последний раз делала. Последний раз я взяла ее зубную щетку и налила туда мыло. И потом, когда она почистила зубы, она это вкус это мыло почувствовала. Теперь у Ксюши осталось только действие. Да. Интересно. Нарисуй себе очки и сиди так до конца видео. А до конца уже видео. Мы уже в конце видео. Нет, сейчас я тебе принесу, подожди. Я готова. Ha ha ha!
Он шел ночью. А кто, если бы не целовал? Красотка вообще. Ну что, на этом заканчивается наше видео. Нам очень понравилось снимать видео с Машей и Саней. Надеемся, вам тоже. Спасибо вам за классные задания и вопросы. Спасибо большое вам тоже. Всем пока. 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 Пока.